Добрый день, дорогая церковь! С вами видеожурнал о жизни церкви «Дверь неба», из которого вы узнаете о всех интересных событиях, которые происходят у нас в церкви. Женское служение прошло в церкви «Дверь неба». Несмотря на сильный дождь, женщины смогли собраться вместе. Служение перенеслось в кафе церкви, что сделало его еще более уютным. Мужчины постарались и, несмотря на дождь, смогли порадовать женщин вкусным шашлыком. Служение было чудесно украшено, так что было совсем атмосферно. Своим свидетельством смогла поделиться Наталья Романенко, лидер служения прославления. Она рассказала о том, как сама пришла к Богу через непростые обстоятельства в жизни. Также было очень много конкурсов, караоке и танцы. В целом, женщины смогли весело провести время в компании друг друга. Пока женщины отдыхали на женском служении, с их детками занимались детские аниматоры, которые подготовили интересную программу для деток, так что всем было не скучно в этот день. Вот и пролетел почти целый год со времени нашего последнего отдыха на Голубых озерах, куда вместе с семейным служением выезжали как благословенные семьи церкви «Дверь в небо», так и участники движения для незамужних неженатых христиан «Станем друзьями» на базе церкви «Дверь в небо». Давайте вспомним, как же это было здорово. В этом сезоне мы решили не оставить вас без внимания и удовольствия. Посмеяться, повеселиться, покупаться, пообщаться, поразвлекаться и покушать вкусный шашлык в компании замечательных друзей в прекрасном месте. Всех желающих в этом сезоне поехать с нами на Голубые озера, как семейных, так и неженатых, так и встречающихся, приглашаем 12 августа 2017 года. Для вас уже забронированы два мангальных дворика в Афинах, где нам всем вместе будет уютно, весело и интересно. Стоимость участия 125 гривен с человека, куда входит двукратный прием пищи, самое главное – шашлык, овощи, фрукты и так далее. Проезд оплачивается отдельно. Предварительная регистрация и предоплата до 10 августа обязательны. По всем вопросам обращаться ко мне или по телефонам на экране. «26 августа у нас состоится водное крещение. Сбор в 12:00 возле КДС «Днепропресс». Для того, чтобы принять водное крещение, вам необходимо пройти курсы, которые пройдут 13 и 20 августа в воскресенье в 11:00. Вам необходимо записаться на эти курсы и водное крещение у секретаря церкви. Thank you.
26 августа в 16:00 состоится выезд мужского служения, которое пройдет под названием «Ты лев из колена Иудина». Зарегистрироваться и узнать подробную информацию вы сможете у Владимира Шинюка или по номеру, который вы видите на экране. 27 августа состоится молитва благословения за всех учащихся, а также учителей. Также мы подарим подарки первоклассникам, поэтому зарегистрируйтесь у секретаря церкви, кто идет первый раз в первый класс. 27 августа у нас пройдет арбузное воскресенье. Это будет замечательная возможность для того, чтобы остаться после общего собрания, пообщаться и разнакомиться друг с другом. 25 по 27 августа в церкви «Дверь неба» состоится обучение для семейных пар, желающих присоединиться к команде семейного служения и нести неверующим людям семейные ценности на основании Слова Божьего. По окончании обучения участникам будут выданы разрешительные документы и методические пособия, позволяющие проводить социальные работы на уровне города и области. Расписание семинаров: пятница с 18:30 до 21:00, суббота с 10:00 до 20:00, воскресенье с 16:00 до 20:00. Место проведения – КДЦ «Днепропресс», клуб «Суперкниги». Стоимость обучения – 50 гривен с человека. Предварительная регистрация обязательно до 23 августа. За всей подробной информацией обращаться к Марине Медушевской. Спасибо большое за ваше внимание, и пусть Бог благословит вас!